И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, Кузя, Солсхейм, Скайрим, Володя, несуществующие в этом плане. Мы двигаемся к пятой главе. В общем-то, нам нужно замочить нашего товарища. Ну, как, чё-то источник пуст. Вон! Всё есть. Нужно замочить нам... Как его звать? Мирака. Или Мирака. Мирака вообще, но... Ну, вы поняли. Понесалась. Черт. Меня тут давно не было, на самом деле, потому что я столько серий засняла, я могу еще месяц, на самом деле, сидеть, не играя в Скайрим, но что-то как-то мне захотелось сюда зайти. Поэтому я зашла. Логично. Все-таки хорошо быть задротом иногда. Ну, если это, конечно, плохое место. Мне нравится это место. Если, конечно, компьютерные игры не мешают жить полноценной реальной жизнью. Иначе это, конечно, плохо. Мне терзают сомнения, что мы дошли. Что, еще книгу надо положить? А, наверное, ну... Че, кто, где, откуда? Откуда вы взялись-то, господи? Гребаные невидимые твари. Не трогайте меня. Слушайте. Где там было? Я, кстати, немножечко экспериментирую с дополнениями. Ну, как экспериментирую? Я попробовала их поставить в ином порядке, потому что... Что-то как-то, правда, плохо все. Не знаю, может, поменьше вылетов будет. Это, во-первых, ну, я в надежде, что так будет. Ну, и я поставила все-таки Heartfire, чтобы проверить вместе с ним. Поэтому, если вдруг вылетов будет больше, извиняйте. Я не планировала. Ты тупой, куда ты целишь? Вот их убивай. Блин, а что меня так колбасит? О, скотина, вонючий. К черту вообще такой расклад. Они какие-то... Слушайте, а что я парюсь вообще? Я что-то отвыкла от Скайрима вообще. Я уже забыла, как тут надо все делать. У меня же есть мега... У меня же есть мега стрелы. А что так трясется экран? Ой, господи. Как ты тут оказался? Я что-то привыкла туда стрелять. Господи, где, что, куда? У меня уже... Ой, что-то я вообще отвыкла. Я не успеваю просто даже следить за тем, что происходит на экране. У меня как-то, знаете... В общем, как-то я не соображаю. Ты что творишь? Я не поняла, он что, против нас? Трое? Почему? Как так? Ты что против нас? Ты же с нами был. Это наш или нет? Это не наш, подожди, это какой-то новый. Сейчас он умрет. А где наш? Он исчез, наверное. Что за нафиг вообще здесь происходит? Иди к черту. Если вы, кстати, слышите посторонние звуки, я извиняюсь, у меня собака с ума сходит. О, черт. Да пошли вы к черту, дайте подлечиться. Как я ненавижу этих искателей, а? Кто бы знал. Неплохая идея. А, кстати, что у меня в крике там стоит? Испепеление. Испепеление. Хорошо. Как удобно, когда мало, да? Крики я, по-моему, решила вот так вот выбирать. Чтобы не это самое, потому что мы их, в принципе, редко юзаем довольно-таки. Ну чё, подходи по одному. Получи по голове. Ой, япон нажимать. Я это сделала. Слушайте, что-то я, правда, очень отвыкла.
Я неделю полторы, наверное, не играла в Skyrim, поэтому как-то я... Чё, где, куда, как, почём? Сколько их? Один? Двое еще. В общем-то, логично, что их двое до сих пор. Блин, я боюсь просто вниз еще упасть. Ты что ж ты двигаешься? Ты стой на месте, когда тебя убивают. Ты же... Непись, тебе положено умирать. О, крит. Черт, жалко, попало вообще. Ну ладно. Господи. Я, кстати, время сегодня не засекаю, потому что я в надежде, что это как-то будет серия с последней битвы, и поэтому это будет такая целиковая серия, вне зависимости, сколько она будет идти. Ну, если, конечно, слишком долго она не будет идти. Так, подождите. Мне нужно книги расставить, да? Видимо, там нужно по картинкам ориентироваться, я так предполагаю. Это что-то непонятное. Впивающийся клешем для следящей сферы. Бескостные конечности. А что это вообще? На клешни больше похоже, но давайте тогда к следующей. Может, там будет более явно. Не, ну вот в клешни впивающийся. А, нет, бескостные конечности это. Положили. Какая дрянь все-таки. Так, я помню, там где-то была глаз, грызущий лезвие, следящие сферы. Ну, я подозреваю, что это глаза. Потому что следящие сферы как бы намекает. Грызущие лезвие. Все-таки то было клешнями, да? Ой, мам, забери меня обратно. Володя. Мне тебя так не хватает. Че это было? Я упала. Это только я так могу. И как мне подняться теперь? Там лесенка есть, вроде. Да. Это я. Это нормально. Это Кузи. Это тоже нормально. Это в нашем духе. Нормально. А, как подняться? А это предусматривалось? Там где-то что-то кто-то ходит или мне глючит уже? Не, там точно кто-то ходит, но... Я надеюсь, вы этого не слышите. Правда. Собака меня заколебала. Так, это что? Мы это открывали? А, да, мы это активировали. Блин, а как теперь подняться? Подождите. Может, через книгу поднимались? Япон нажимать же. Блин! Может, через книгу там оказались, правильно? Че, опять по новой? Так, хорошо, где была книга? Вот, по-моему, этот коридор. Глава 5 или здесь? Нет, 4. Ой, да заткнись ты, ёпо, нажимать. Ты как он заколебал меня. Так, где моя книга? Которая номер 5. Так, туда точно не надо. Так. Ладно, возьмем. Подожди, где книга? Нет, стоп, ну это явно не то. Где, блин? Где? А, это вот та-нибудь дверь, да? Вот черт, это мне грузиться придется. Твою ж дивизию. А, я, по-моему, случайно сохранилась, когда я упала, да? О, серия клевая. Начало просто шикарное. Где я? Черт, я уже... Блин, зачем я здесь сохранилась, идиотина? Придется здесь. Сейчас опять придется драться с этими упырями. Да что ж такое? Что за день такой сегодня? Где я? Вот, глава 4. А, стоп, нет. Подожди, глава 4. Ладно. Может быть, мы так и быстрее убьем. Полетели мы на тени.
Ну здорово. Мне так нравится, когда они уворачиваются. Четырюги, блин. Ой, как он не бьет. Ой, ёперный, как вас много. Я их, пожалуй, с лука сниму по-быренькому. Сейчас не буду никого призывать. По стариночке. Ах, угады. Почему нельзя насквозь их прошибить? Всех одной стрелой. Главное не рухнуть вниз. Вот забылось то, чего я больше всего боялась. Да умри ты, господи. Минус один. Хорошо, стрелы заменились. Блин. Эта стрела в молоко ушла. Господи, Мирак, ты того не стоишь. Зачем я на все это подписал? Ну давай, ты уже умирай. Главное не упасть. Не упасть. Ой. Не упасть, это самое главное. Да блин, какого хрена ты не долетаешь? Он бесит, вроде вытягиваешь прям. Прям по полной. Только никакого. Так, все, они умерли, это хорошо. А, бе-бе-бе-ба-ба-ба-ба-ба-ба, грызущие лезвия. Это клешни, да? Вот они. Так, кто у нас тут? Конечности. Бежим. О, кстати, кокон. Нафиг кризис обливена. Стоит... Почему? Ладно. Ну что там выдвинулось? А, книжка к Мираку, я так понимаю. Сейчас мы телепортнемся. Блин, мы были так близко. Если бы я не свалилась, было бы вообще замечательно. Ну ладно, хорошо. Семьи не без урода. Серия не без фейлов. Нормально. Сколько здесь еще таких подъемов-то будет, мне вот только еще интересно. Как-то уже уровень 6, и что-то мне не радует. Цурин Арктус. Еще он был Цурин Арктус. Ну да ладно. Это не важно. Так, а что, мы уже дошли, да? Прям дошли-дошли? Потому что что-то как-то вон небо, вон там указатель даже указывает. А давайте я их издалека сниму. О, ну точно, это, небось, финальная арена. Чёрт, а, не попало, смотри-ка. Это было странно, ну ладно. Ну вот так вот мы немножечко сняли стражу. Сейчас, небось, этот змееподобный дракон прилетит. Или что-нибудь такое будет. О, слова, смотри-ка. Ну. Давай уже. Я же говорю. Где он? Вон он. Чё мы там взяли? Воплощение дракона? Подождите, а как я его... Да подожди ты со своими... О, у меня новый уровень, когда... Да шо, чё я делаю? Использовать крик подчинения воли. А, подчинение воли. Что-то я проморгала. Я говорю, я отвыкла вообще, пипец. У-ху-ху, не убивай меня. Подожди, какой нахрен Мирак, дайте вылечиться. Он меня чуть не угрохал. А, где я? Сила. Садись на меня. Я
Круто, мы сейчас пролетаем. Как, в общем-то, нам показывали в трейлерах. Ну что, ехать. Вау. Как забавно выглядит, если честно. Хотя на драконе вы можете зафиксировать ближайшую к вам цель, атаковать ее магией. Вы также можете приказать дракону атаковать ее, чтобы быстро переместить цель, летя на драконе, используя карту мира. Более детальная информация. О чем мы сами будем летать? Не, мы не сами летаем. Сейчас слухаем вам. Круто, чё? Забавно. Собака, уйди нафиг вообще. Ой. Слушайте, как-то он опасно летает. Мне не нравится, как он летает. Вообще не нравится, как он летает. Может, полетим дальше? Ты чё мне на этот бой смотреть? Не очень интересно, честно говоря. Мне летать нравится больше. Ну что, вот и вот эти вот странности с его полетами. Ой, да ладно, полетели. Полетели дальше. Да ну нафиг, полетели. Да хары атаковать, полетели дальше. Вези меня к Мираку. У-ху. Слушайте, он отцепится от них когда-нибудь, нет? Заколебал уже. Давай, вали отсюда. Полетели. Господи, собака, что с тобой? Давайте, давайте вот так вот сделаем сейчас. О боже, это невыносимо просто. Слушай, дракон, полетели, а? Господи, зачем я зафиксировалась на этих целях? Он теперь от них вообще не отлепится. Лети уже вперед, а? Идиотизм. О, господи, как он меня бесит. Ну, такой тогда. Добей уже их, полетели. А там летает по кругу, и толку-то от этого. То есть даже когда я нажимаю как бы отцепиться от них, то есть вообще отцепиться, он все равно их атакует, как бы ему насрано, о чем говорят. Пускай уж тогда убьет, что ли, их. А вот этот забагованный полет, конечно, меня раздражает. Да полетели уже отсюда. Все, отстань. Отстань от них, ну полетели. Иди, лети к Мираку, чтоб тебе. Да забей ты на них, господи, направо ли. Ну, господи, что ж ты такое тупое, а? Как-то бы ты не был вообще. Зачем я, блин, нажала на это? Летели бы дальше, наплевать вообще. Сейчас бы уже прилетели и дрались бы с Мираком. Теперь надо наблюдать, как он тупит. Ну реально, нас голубые. Короля колдуна не хватает. До кучи. Господи, дракон какой-то немощный. Он вообще не может убить Луркера. Взял бы, тапнул, сожрал. Все, нету. Улетели бы дальше. Так, он там один хоть остался, да? Это все так долго происходит. Он летает больше, чем атакует. Странно, что мы вообще еще держимся на нем с учетом того, как он летает. У Кузи, видать, очень крепкие когти. Он, наверное, сквозь перчатки в шею ему вцепился. Чел. Ну шо, давай, убей его. У него чуть-чуть осталось-то. О, господи, наконец-то. Все, лети уже. Не буду больше ни на кого наводиться. Господи, ну наконец-то. Небось, туда наверх летим, да?
Пользуйся Е. Я не хочу здесь приземляться. Я посмотрю, где можно приземлиться. А, он сам. Неужели тебя так легко смутить? Нет, пока нет. Сперва надо поприветствовать нашего гостя. А, уже гости, да? Итак, драконорожденные, первый и последний, встречаются в Апокрифе. Несомненно, этого и хотел Хермеус Мора. Он переменчивый господин, знаешь. Отвали, чувак. Но теперь я освобожусь от него. Мое время в Апокрифе подошло к концу. Это куча. Ты здесь, у тебя полно сил. И это ключ к моему могуществу. Конечно. Размечтался. Ты умрешь. Хрен порхатый. Придя силу твоей души, я вернусь на Солстейн и снова стану хозяином собственной судьбы. Мечтать не вредно. Трузикран! Япона, мать, молнии! Ненавижу молнии! Эти луком в голову. Драконы, деритесь там как-нибудь между собой. Окей. Кстати, да, хорошая идея. Давайте сейчас подлечимся. А я его быстрее с ножа убью или со стрелы? Все-таки. Что это было? О, иди твой налево, нет. Что это там такое прилетает? Кто это там такое прилетело? Что это? Кто это? Может, это душа этого, как его? Хотя нет, ну это глупость. Придурок, куда ты побежал? У тебя иконка задания над головой, тебе невидимость не спасет. Какого черта? Почему мне тебя не убить? Опять? Он опять вылечился, скотина. Офигеть, что это? Что происходит? А, больно. Слушай ты. А, знаете что, давайте что-нибудь призовем. Ну, например, Арвака призвать. Че? Смешно будет. Я тоже орать умею, знаешь ли, чувак. Разоружение, да, это было бы неплохо. Наслаждайся. Ой, больно. Что это за хренотня летает? Что это? Кто это? Древний чего? Кто? Древний драконорожденный? Офигеть, смотрите-ка. Они мне помогают, а как? Че я застряла? А, я не могу двигаться. А че я тогда парюсь? Не могем двигаться, будем стоять на месте. Че, нам плохо, что ли? Вольт, блин. Тебе дам вольт. Надо угрохать драконов. Слушайте, сколько вас тут этих драконов? Он же лечится, скотина. На вас. Надо его угрохать как-то. А, он сейчас и угрохнул. Черт, ну опять прозрачно. Это мне напоминает битву в Devil May Cry. ДМС, точнее. Ну, вы поняли, я думаю. Хары хренью страдать. Не заметила. Больно. Ну хорошо. Раз уж мы тут. Я прям даже не знаю. Здоровье, магия. Если здоровье. Так, что взять-то? Я опять сейчас какую-нибудь фигню возьму. В надежде, что я буду ее раскачивать. Эта хрень не работает. Хотя нет. Ту-ру-ру-ру, парарам, парарам, ту-ру-ру-ру.
тебе рука. Да ну хрена, кому нужна эта твоя рука. Я не знаю, что выбрать вообще. Что там с алхимией? Хотя мне уже на самом деле не надо, мне, наверное, разочарование все-таки надо прокачать, потому что больше некуда просто пихать. Становление уже тоже некуда. Ой, господи, как ты... Да ну ладно, потом разберемся, как-нибудь за кадром будем решать этот вопрос. Идти в лоб. Да, 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 конечно. Получу... Опять прозрачный? Скотина. Четырюга. Ну ладно, второй дракон пошел. Значит, остался последний удар. У него и здоровьишко уже. Как-то веселее убавляется. Ты сдохнешь сегодня, нет? Блин, чё я не попадаю? Да пошёл ты! Что ж ты? Больно, 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 больно! Только не молнии! Не надо мне задницу поджигать. Ну что, за мной бегаешь что-то? А, все, отвлекся, отвлекся. Супер, супер, отвлекся. Хорошо. Пардон, тигра крашнулась. Причем не просто вылетела, а прям крашнулась. Со звуком тинь. Поэтому. Черт, ну вот почему ты именно сейчас встал? Не додой, да? Ты умрешь. Больно. Мне кажется, пора лечиться, да? Определенно пора. Как-то неприятно мне, чувак. Че, Фусрада? Нашел чем атаковать. Фусрадой. Дебил. И ты сдохнешь. Опять не видишь. Ах, ты гнидодойда. Слушай, ты заколебал, блин, лечиться. Сколько можно-то уже? Сколько у тебя еще драконов-то в запасе? Объясни мне. Почему я не могу так с тобой сделать? Блин. Ауч. Больно ж. Не знаете, что кажется? Я начинаю думать, что... Мне пора на этого упыря использовать лук с параличом. Куда я лезу? Ибо это уже не смешно. О, у меня и стрелки не осталось. Какая прелесть! Господи, 3 стрелы осталось. Смешно. Так, главное попасть. Да иди ты... Нахрен. Последняя стрела и в молоко, потому что он исчез. Подонок. Ладно, в рукопашечку. Хорошо, какие у нас есть еще крики? Что нам здесь поможет? С плотностью вряд ли. Разоружение вряд ли сработает. Он же все-таки... Крутой, мега крутой, поэтому. Давайте. Ваше оружие уже зачаровано. Так, блин, это крик, а не зачарование. Что я делаю? Смертельный. Смертный. Я хоть попала, попала. Это гнида. Давай, подходи. А где, кстати... Ой, ёпа! Что я даже запуталась, не знаю, что сказать. Ёперный театр.
перемешался с чем-то немного матерным. Забавно. Ёпа. Ёпа. Ну где он, блин? Пора бегать от меня. Сколько можно? А, вот, теперь этот откинулся, все, этот последний. Ну все, блин, гнидаль, давай, ты умрешь уже, уже пора тебе. Пора ты не страдать. Опять? Сколько можно-то уже? Ащ, больно. Между прочим, я мега... Все, сейчас ты меня убьешь. Офигеть, блин, обидно, пипец. Где? Я же его убила. Где он? Он, видимо, переместился и там сдох. Ты что же, вздумал сбежать от меня, Мира? Здесь тебе ничего от меня не скрыть. Неважно, есть и другие драконорожденные, готовые служить мне. Надеюсь, он получит такую же награду за верную службу, как и я. Сарказм. Мирак задумал бунтовать против меня. Учись на его примере. Служи мне преданно. И тебя ждет щедрая награда. Ханижечка, я хочу смотреть Мирак. Увеличит магию на 60. Ой, да это смешно просто. Меч Мирака. Он клевый. Сапоги Мирака. Добавляет 5% дыхания дракона и поглощение. Посох выпускает на землю звезд щупальца. Вот и да, это круто. Одеяние Мирака. Вот это круто, да. Это мы все возьмем. Давайте. Давайте что ли. Ну не будем же мы прям после боя тут же быстренько примерять новые шмотки. Так странно. А, все? Ух ты. А чем? Что сделать можно? Что выбрать? Че, в чем прикол? Очистить способности в области иллюзий? А зачем? Почему? Как, что это значит? Это сбросит, то есть, перки, что ли? Изменения, область зачарования. Ну да, это, по всей видимости, сбросить перки. А я могу везде сбросить перки? Мне просто интересно. Давайте сохранимся. Тяжелой брони. Блокирование, двуручка, одноручка, стрельба-то. Знаете, в области скрытности. Потратить одну душу дракона, чтобы брать очко способности. А, ну да, в общем. То есть ты тратишь душу и убираешь вот этот вот... Где он, господи? Где там эта скрытность была? Вот она у меня, скрытность одна. Или сколько там? Одна, да. Ее можно убрать отсюда. И потратить на более что-то полезное. Ну, в общем-то, то, что я делала с помощью мода, то есть, ну, точнее, я не то, что... Ну, в принципе, да, то же самое, только вот, например... Я перемещала вот отсюда, например, одну штучку, я перемещала в другое место. Но я так делала только с тем, что я случайно, например, вот, когда, помните, я на тяжелую броню уставила, думала, что я буду раскачивать, поставила сюда. Ну так, чтобы себе такой посыл сделать, мотивацию такую. Типа, я уже потратила этот, надо как-то и раскачивать. Но потом я поняла, что это бесполезно, и смысла нет, потому что мы уже на мега-мега уровне. И что это будет здесь стоять? Лучше убрать отсюда это. В общем, кто-то обозвал это читерством, не знаю, я это читерством не считаю. Это просто исправление ошибок. То же самое, если бы я с самого начала поставила на нужное мне место. Просто я сделала это попозже, вот и вся разница. Так, хорошо, давайте тогда скрытность уберем. Хотя мне влом, честно говоря. Тратить одну душу на это. Ну, с другой стороны, у нас столько драконов будет, поэтому...
Да, давай. Ой. Подожди. Точно это, да, делается? Потратьте одну душу дракона, чтобы убрать способности в области скрытности и получить одну очку способностей. А... Мне вот интересно, способности в области скрытности. То есть все? Все убираешь и получаешь только одну? Ну, это как-то странно. Одну очку способности, ну-ка. Ну да, она убралась, вот. Одна и стояла, одна и убралась. Ну, ладно, и чего, допустим. Давайте тогда на алхимию закинем. Все-таки. Коль уж пошло. Коль уж мы алхимики. Ну и на зачарование стандартом. Куда нам еще кидать-то, господи, нам больше и некуда. Ну все. А у меня сколько душ вообще дракона? По идее, мне должно быть их 3, что ли? О, офигеть! 3, ага. Слушайте, подожди-ка. Ну-ка. Может, алхимию уберем, потому что нафиг она нужна, на самом деле. Потратить одну душу, чтобы убрать способности в области алхимии, и получить 6 очков. Блин, какая клевая штука! Я отсюда не уйду. Так, что мы можем? Давайте подумаем, что мы можем. Потому что, в принципе, я даже не знаю. Алхимия, конечно, это круто все очень. Но я в последнее время ей практически не пользуюсь. Только так, для галочки. Раз, два. Ну, вот этот отравитель, в принципе. Блин, я не знаю. В принципе, алхимия, она мне помогает. Я на ней деньги навариваю. Хотя, больше уже не на ней, а на костях драконьих. Ну, да не важно. Ну, с другой стороны, я пользуюсь своими этими. Красноречие. Чё, кстати, я никогда красноречие не прокачивала, мне интересно. Цены выгоднее, вы можете подкупить стражника. О, какая полезная вещь. Попытки убеждения. А, мне и так хорошо все с убеждением. Можете продавать любые предметы торговцы. Да нет, это вообще, по-моему, не стоит того. Ловкие пальчики, карманные кражи, щипачки, карманные кражи. Слушайте, а давайте, знаете, как сделаем? Нет, даже где была алхимия? Ну, сейчас сделаем по-хитрожопому. Отлично. Мы сейчас вернем все это на алхимию. Ну, не все. Возьмем раз, возьмем два, возьмем три. А, ну у меня четвертый только что, да? А, карманная кража, взлом, скрытность. Я просто не буду, наверное, прокачивать тогда вот это вот. Вот это вот. Целитель. И вот это, потому что, в принципе, я не успеваю даже своими зельями пользоваться, я практически ими не пользуюсь. Толку-то мне от них... Иллюзия. Мы как с ним часто пользуемся? Мы изменением, по-моему, больше пользуемся, чем иллюзиями. Да, и, в общем-то, это нам видно. Вдвое меньше магии. Давайте иллюзии начнем качать, потому что мы используем абонитовые всякие эти. Чё там? Ученик. Не, возьмем. Чё, нет-то? Хоть меньше этих будет тратиться. Чё бы нет-то? Сопротивление, магическая броня, защитные заклинания такие каменные, двое, если вы не носите броню. А, блин, как заманчиво. Не носить броню. Так, хорошо, может быть тогда и зачарование уберем. 4 штуки и вложим все тогда в изменения. Что у нас тут есть? Возьмем, это у нас возьмется. Постоянство, это что? Заклинание изменений держится дольше, это хорошо. Эксперт мы взять не сможем, конечно, от ранах, но это не наш. Что тут еще-то есть? Прям такое раздолье. Наручное оружие, это все не надо трогать, мне кажется. Можно было бы, конечно, стрельбу скинуть и убрать, вот, например, больше стрел, егерь, быстрый... Не, быструю стрельбу нельзя убирать.
Ну я не буду, пускай мы будем мега лучниками, поэтому пускай будет как надо. А я смогу сюда, если что, вернуться? Чтобы это самое... Мне книжку выдадут обратно. Алхимия у нас, в принципе, так и осталась. Ну, только вот эти вот... Ну, в общем, вы поняли. Вот здесь вот кусочек 25% убрано. И вот здесь вот яды лучше. Ну, толку от этих ядов, на самом деле. Мы не настолько привязаны к ним сердцем и душой. Разрушение я трогать не буду. Восстановление тоже. Потому что оно у меня мега-мега. Я думаю, да, пора качать изменения. Некоторые, кстати, используют мод, который позволяет души драконов менять на вот эти вот, на очки перков. Но вот это, мне кажется, небольшим все-таки читерством, потому что это, в принципе, не предусмотрено вообще никаким образом. С другой стороны, я кольца ношу. То это, конечно, тоже не очень, наверное. Но, с другой стороны, в ранних частях их можно было в большем количестве носить, поэтому... И это чисто логично. Поэтому идите все к черту, кто недоволен. Давайте уходим отсюда. Играю как хочу. Я не считаю эти моды читерными. Есть похуже. И я дома. Как хорошо дома оказаться, да? Хорошо, что мы здесь телепортнулись. А я могу все-таки туда? Володя, смотри, что я нашел. А там поздравить меня с тем, что я Мирака, нет? Угрохал. Ну, дебильная маска, на самом деле. Одеяние Мирака. Ну, ништячок. Прям мне даже нравится. Прям хорошо сидит. Ну, с этой хренотней, конечно, круче, потому что она еще вот этот вот... прорешину вот эту закрывает. Вот эту вот, которая здесь на шее. Ну, мы, конечно, маску носить-то особо-то и не будем. Сапоги Мирака добавляет 5. Блин, ну это вообще смешно. Абсолютно бестолковая вещь. Одеяние, конечно, крутотенецкое. Я ничего не могу сказать. Ну и косичечка наша, смотрите. Прямо вообще офигенские. Прямо вообще. Слушайте. Чё там меч? Меч у него прикольный. Страшный, конечно, до усрачки. Офигеть, посмотрите на него. Ну-ка, подожди. О, какой интересный удар. А как до этого получалось то, что он наверх как-то делал? Слушайте, а он как будто бы... Да, смотрите, он в длине прям становится, прям щупальца какая-то. А как у меня получалось так, что он только что по-другому как-то делал, вот вперед, как-то наверх вот так вот? Ой-ой, а что с ним, с мечом? Это нормально? Доктор, это нормально? Ну-ка. А это... Не, это... По-моему, это ненормально, да? А как он только что так делал, по-другому он как-то бил? Как это у него так получилось? Мне кажется, это... Это так не должно быть. Ну, меня терзают смутные сомнения, что так не должно быть. Или это должно быть так? Потому что как-то, ну как бы... Володя, сейчас я на тебе, можно? Напрягись! А неплохо так, кстати, бьет. Смотрите, сколько у него отнялось. Сколько, какая у него атака? 72? 82. Жалко, с него нельзя снять зачарование и оставить его в живых, то есть этот меч, и наложить что-нибудь свое на него. Это, конечно, обидно. Главное, напрягись! Если я напрягусь, Володя, ты откинешься. Ну, ладно, сталгримовская броня. Луки, кстати, да, вот обруч наш. Мега клевый обруч. Хождение по воде, если... Чего? Если оживленное вами существо получает урон, оно взрывается. А, ну да. Да. Еще у нас тут. Ну, плюханов как-то не очень много, на самом деле. Как-то победили, и ладно. Найти ворон. Ну, все, и, в общем-то, все закончилось, можно возвращаться. Но это как-то. Да. Ну и ладно тогда.
закончим на этом эту серию, я так думаю. В следующий, я думаю, мы пойдем на раскопки. Наверняка там уже все исправилось. Кстати, почему? Смотрите, у меня руки просвечивают. Хорошая, мега-адаптированная бронь. Это нормально? Доктор, это нормально? Ай, не могу. Перчатки, если снять, нормально будет? Да. Потому что здесь свои, типа, видите. Рукавищи. Это что, это я не могу перчаточки носить? Это нечестно. Что, мне с голыми руками, что ли, теперь ходить? У меня, конечно, мега-маникюр и все дела, но... Ну, как бы это ненормально. Смотрите, господа и дамы, это руки Кузи. Вы их давно не видели. Ну, как, недавно вроде было, но... Но это было так... Недолго. Мега руки с мега когтями. Красота. В общем, ладно, давайте тогда на этой замечательной ноте завершим данную серию. В следующий придумаем, что мы будем делать, потому что я, честно говоря, без понятия, что-то как-то все так быстро закончилось, и все. Я как будто бы игру, знаете, прошла, и у меня больше ничего не осталось. Вот такое какое-то грустное немного состояние. Хотя у нас на самом деле еще Skyrim не пройден, если так уж основная ветка, основной сюжет. Поэтому как бы расстраиваться-то еще рановато, но все равно как-то взгрустнулось что-то мне, поэтому поплачу. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. В общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен, всем удачи и пока.